Последние денечки уходящего лета. Календарного. Реальное лето в Варне продолжается. Бреду по краю моря вдоль пляжа в районе Аспарухова, где я теперь живу. И думаю, какая же я молодец, что приехала сюда жить. На пенсию в Болгарию. Это почти как в рай. Меня зовут Ольга, и на этом канале я рассказываю о различных аспектах жизни и отдыха в Болгарии. Меня часто спрашивают, рекомендую ли я переезжать в Болгарию, хорошо ли здесь жить. Так очень много зависит от того, на каком жизненном этапе вы находитесь, какая у вас жизненная ситуация, и что, собственно, вы ждете от переезда в другую страну. Да и у каждого свои представления о том, что такое хорошая жизнь. Море и ветер так наполняют энергией, что хочется прямо вот парить, бегать по волнам. Давайте я вам скажу о том, кому, на мой взгляд, точно стоит перебраться в Болгарию. Уж если не насовсем, то, по крайней мере, приезжать сюда на длительный период, на 2-3 месяца. Но в первую очередь это, конечно, те, кого волнуют вопросы здоровья. Я имею в виду и тех, кто хочет вести здоровый образ жизни, и тех людей, которые уже имеют какие-то серьезные заболевания, или их родственники, или дети. В Болгарии хорошая экология, насколько это возможно в наше время. Здесь можно приобретать качественные натуральные продукты питания. Здесь хорошая энергетика, и не случайно сюда приезжают люди, которые занимаются энергетическими практиками. Здесь проводятся специальные семинары, тренинги. Очень хорошо жить в Болгарии мамочкам с детьми, которых обеспечивают заботливые мужья, имеющие свой бизнес или просто получающие приличные зарплаты, например, в России, на Украине и других странах. Хорошо ехать в Болгарию тем, кто работает удаленно. Здесь можно комфортно и очень бюджетно жить, работая над проектами в интернете, при желании путешествовать по Болгарии, по ближайшим странам, да и поехать в ту же Европу из Болгарии более экономично. Если сравнить здешнюю жизнь, например, с Россией, так вы еще и сэкономите на продуктах питания, на покупке одежды и, самое главное, на более дешевой аренде жилья. Так что рекомендую пенсионерам, молодым мамочкам и людям, которые не привязаны к стулу в офисе, рассмотреть такой вариант. Приехать за здоровьем и спокойной жизнью в солнечную Болгарию, арендовать здесь жилье и примерить на себя здешнюю жизнь. Ну а я продолжаю наслаждаться своей жизнью на пенсии в Болгарии и жду ваших комментариев, продолжения разговора и ваших новых вопросов, на которые я обязательно отвечу в следующих видео.